Новогодний спектакль на воде стал уже традиционным в центре «Дельфин». В этот раз артисты рассказали волшебную историю с интригующим названием «Сказка без подсказки», которая была наполнена приключениями и чудесами. Мы эту сказку первый раз отыграли 7 лет назад, и мы репетировали, если честно, только один раз. И как-то у нас прям так все замечательно вообще сложилось. Главные действующие лица – Дед Мороз, Снегурочка и вредная принцесса, которая перепутала все сказки. И теперь принц никогда не найдет Золушку, а кот в сапогах не сможет одолеть людоеда. Я, принцесса, решила всем насолить, перепутала Деда Мороза и все сказки, а потом сама же все это расхлебывала. Какой принц? Как какой? Ваш сын? У меня нет сына. У меня кот. А какие коты могут быть по характеру? Независимые, любят поспать, поесть, вот, игривые и капельку героизма имеют долю. В спектакле также приняли участие воспитанники центра «Дельфин» и танцевальные коллективы муниципалитета. На физкультуре просто тренировались и учили этот танец. И вот мы сейчас здесь выступаем. 6-летняя Катя Бернатович пришла на праздник с бабушкой. Девочка занимается плаванием с рождения. Мне очень нравится плавать. В бассейне так хорошо плавать, что даже вылезать не хочется. Мы сейчас ехали, и она говорит, я первый раз была в бассейне на елке. Вот, то есть неужели я попаду? Неужели я там буду? Так что для нее это большой праздник. Зрители отмечали потрясающую игру актеров, яркие костюмы и веселые диалоги персонажей. Мы окунаемся в такую беззаботную какую-то жизнь. Все забыли, все проблемы куда-то ушли. Все нам очень нравится. Каждый год бываем и каждый год получаем море удовольствия. К слову, педагогический состав «Дельфина» показывает увлекательные спектакли для своих учеников уже более 20 лет. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.